Два разбойных нападения с применением пистолета произошло в Сургуте накануне. По сообщению агентства К-Информ, около половины седьмого вечера в продуктовый магазин на проспекте Мира ворвался преступник с огнестрельным оружием и потребовал деньги. Продавец вынуждена была отдать порядка 36 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся. Ближе к часу ночи двое неизвестных попросили кассира автозаправочной станции дать им через окно воды. Когда женщина принесла стакан, ее расстреляли из травматического пистолета. Кассир упал. Преступники залезли в окно и связали ее. Бандиты похитили около 120 тысяч рублей из кассы, 21 тысячу личных денег потерпевшей, две золотые цепочки, кулон и скрылись. Только через час женщине удалось освободиться. Работник АЗС сообщил о нападении в полицию. Ведется розыск. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.